Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать всех зрителей моего видеоканала «Советы Электрика». Приветствую всех своих подписчиков. Нас уже более 50 тысяч. И специально для вас я вот решил записать буквально несколько минут из работы релейщика. На данный момент я нахожусь на подстанции 110 на 10 кВт. Я уже здесь видео записывал. И вот на данный момент я занимаюсь проверкой автоматики, блока автоматики ИМФ. Это определитель места повреждения на воздушной линии электропередачи. Проверяю я с помощью проверочного устройства Нептун. То есть подаю ток, напряжение, определенный угол сдвига между током и напряжением. И проверяю правильность работы автоматики. Я уже показывал видео о таких блоках, о такой автоматике. Ну, например, можете поискать на видеоканале Torlock. Есть у меня видеоролик. Для чего этот блок ИМФ предназначенный? Для того, чтобы оперативно можно было определить место повреждения, то есть расстояние до места повреждения на воздушной линии электропередачи. Если раньше, когда такой автоматики не было, или просто она отсутствовала на подстанции, при коротком замыкании на воздушной линии приходилось бригаде ехать на автомобиле вдоль воздушной линии и искать визуально место повреждения, то с помощью такой автоматики автоматика автоматически регистрирует короткое замыкание, запоминает его, запоминает все параметры короткого замыкания, там ток короткого замыкания, напряжение при коротком замыкании, векторную диаграмму, то есть угол между током и напряжением в аварийном режиме, в доаварийном режиме, время короткого замыкания, ну и так далее. Очень много запоминает электрических характеристик. И оперативный персонал, уже приезжая на эту подстанцию, он может все эти показания с ИМФ снять, переписать и передать уже диспетчеру, чтобы можно было определить, какое короткое замыкание произошло, однофазное, межфазное, какой длительности, какой был ток короткого замыкания, ну и так далее. Ну и вот для того, чтобы ИМФ правильно работал, для того, чтобы он правильно показывал, и проводится периодическая проверка его электрических характеристик. Ну давайте я покажу, вот на примере сейчас камеру сниму и покажу вам, что именно я подаю, какие параметры и что отображается на дисплее на блоке прогрузочном Нептун и на блоке ИМФ. Вот так выглядит вид сверху, так сказать, у проверочного устройства Нептун. С помощью него можно подавать очень много аварийных режимов, регулировать ток, регулировать напряжение. Вот выводы тока, допустим, здесь выводы для регулировки напряжения. Но они также есть и здесь. Здесь несколько каналов для регулирования. Но я подробно останавливаться здесь не буду, как работать с этой проверочной установкой. На данный момент я ток подаю от канала 1. Вот у меня токовые провода подключены. Напряжение я подаю от канала 2. С помощью выбора канала я выбрал канал 1, канал 2. И, значит, установил угол между током и напряжением. И вот сейчас, если я нажму кнопку «Пуск», вы увидите заданные параметры, которые я предварительно установил. То есть ток подается 2,49 ампер, напряжение у меня установлено 57,9, то есть фазное напряжение теновское, нелинейное 100 вольт от трансформаторов напряжения, а фазное. Ну и угол я установил 93 градуса между током и напряжением. И вот такие параметры я и подаю на блок ИМФ. Так,
отсвечивает немножко. Вот, на данный момент я подаю ток и напряжение. Запустился ИМФ, то есть он зафиксировал, что идет аварийный режим. Это режим, я сейчас имитирую однофазное короткое замыкание. Ток протекает только по фазе А. Как вы видите, здесь отображается практически 300 ампер. Здесь 249. Трансформаторы тока установлены в линии 600 напить. Это коэффициент трансформации 120. То есть надо вот это число 249 умножить на 120. И у нас должно получиться вот это вот число. Можете, кому интересно, сейчас сделать вычисление. Так, чтобы было видно, сейчас постараюсь показать. УА, вот видно по-английски написано УА. Ну и там в самом низу У0. Так, ну давайте вот сниму один провод. Вот. АБС0. Это цепи напряжения. Имитируя однофазное короткое замыкание, напряжение подается на зажимы А0. Ток подается на соответствующую фазу, то есть фазу А. Здесь вот видно. Вот английская буква И, А. Звездочка, это ток входит, то есть вход тока, полярный конец. И выход тока, он со второй клеммы. Так у меня все и подключено. Это вот провода отключенные, это токовые цепи. Они идут от испытательного блока. Вот отсюда испытательный блок сейчас у меня выключен. Выдернуто. Это клеммник, здесь цепи сигнализации подключены. Выставлен для проверки у меня режим А0, то есть однофазное замыкание на землю. Токовые цепи, цепи напряжения. Напряжение отрегулировано на этой установке, подается 58 вольт, то есть фазное теновское напряжение. Если линейное 100 вольт идет от трансформаторов напряжения, то фазное подается 58 вольт, то есть в корень из 3 раз меньше. Блок ИМФ показания пока нет, потому что ток я не подаю. Сейчас вот я включаю, нажимаю кнопку пуск, подаю аварийный режим. Вот смотрим, 2,66 ампер. На блоке ИМФ отображается с учетом коэффициента трансформации. На 120 умножайте, 319 показывает. Зафиксировал ИМФ, что идет режим, аварийный режим. Но пока еще параметры короткого замыкания не показывают, вот потому что необходимо отключить Нептун. Вот теперь я его отключу, и вы увидите фиксацию. Вот сейчас произошла фиксация места повреждения. Как вы видите, режим А0, однофазное короткое замыкание. Расстояние до места повреждения 28,5 километров. Ну и можно посмотреть остальные параметры аварийного режима. Здесь же, ну это уже для специалистов, 3И0, 3У0, ток и напряжение обратной последовательности, которая обратная последовательность возникает только при коротком замыкании. Прямая последовательность режима аварийного, ток короткого замыкания, который зафиксировал ИМФ, 0,3 кА, то есть 300 ампер. Время короткого замыкания 10 секунд, даже больше 10 секунд. Ну, это я держал
такой режим больше 10 секунд. Время АПВ, ну АПВ у меня не было, конечно. И дальше идет векторная диаграмма аварийного режима, то есть угол между током и напряжением по фазам. Вот фаза А, фаза Б, фаза С. Если по фазе А я подавал ток, то есть, соответственно, здесь угол между током и напряжением. По фазе Б ничего не было. И по фазе С, соответственно, тоже. Также можно посмотреть векторную диаграмму до аварийного режима, предшествующего аварии при необходимости. Вот таким образом работает ИМФ. Таким образом проверяется. Ну, не только в режиме однофазного короткого замыкания. Проверяется, конечно, и в остальных режимах, и в режиме межфазных коротких замыканий. Двухфазных. От этой установки трехфазное короткое замыкание не проверить, конечно. Это однофазная установка. Подает только однофазный ток и напряжение. Здесь на панели ИМФ специально испытательные блоки, куда заведены токовые цепи от трансформаторов тока, цепи напряжения. То есть при проверке ИМФ эти испытательные блоки, они просто вытаскиваются. Ну вот, я могу продемонстрировать. Вот она крышка, она вставляется таким образом. Ну вот на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Кто еще не успел подписаться на новости видеоканала, обязательно подписывайтесь. Дальше будет еще много интересных видеороликов и как по электрике, так и по энергетике. На этом я заканчиваю. Всего доброго всем. До свидания.